Вот часть обломков. Иона! Думала, ты погиб. Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Он не выжил.
Что у тебя с рукой? Да какой-то паразит. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Ты знаешь, что делаешь? Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед, полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется. Я... Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона. Эй, я за тебя. Это мой выбор. Как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Ну, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Может, дать ему имя? Хорошо. Илай? Мой кузен. Он был тот еще паразит. Пока, Илай. Спасибо. Пора идти. Нам надо найти Кувак-Яку. Там мы заночуем. Заметано. Ладно. По-моему, за теми лианами виднеется деревня. Хорошо, что ты остался у самолета. Я хотел подать сигнал на случай, если ты рядом. У меня была ракетница. Да. Мигель, кажется, направлялся к нему, когда... Бедняга. А когда это Илай успел в тебя впиться? Я хотел... Или вода? Проверил. Ты правда веришь во все то... Как это? Ну, что ты сказала про бедствие? Апокалипсис? Я верю, что если это правда, ради этого стоит рискнуть жизнью. А Тринити за это готова убить. Так значит, дело все-таки вместе? Нет, нет. Когда я взяла ключ, я ощутила силу, которая меня куда-то влекла. Она реальна. Если ты ощутила силу, взяв ключ, она теперь у тебя в голове? Нет. Она пропала, когда Домингес забрал ключ. Ты уверена, раз она такая мощная? Давай просто найдем Кувак-Яку, ладно? Да. Знаешь, будь все это ради мести, я бы понял. Ты уверен? Разве тебе не хочется сейчас оказаться там, где тепло и сухо? Выпить пиво, пофлиртовать? Еще как, ты не представляешь. Но все равно я бы понял. Дело не вместе.
Тут много лет никто не бывал. Thank you.
Я-то думала, все будет просто. Я-то думала, все будет просто. Теперь я смогу добраться до саркофага. Черт, надо лезть дальше.